За 119 рублей. Смотрите, какие красивые. 8 конфеток с бананом. Символ года. Тоже в подарочки детские, сладкие, как вариант. Трость со вкусом клубники. 40 граммов. Красивая новогодняя сказка. Вот, на коньках катаются. Видите, с окошками. Новогодний календарь со сладостями. 39% скидка, они по 219. Вот такие наборчики. Вырежи оленя. Здесь две фрутеллы. Снежик. Символ года с мешочком. Снежик. Это тайна, это наш с вами секрет. Бегите в ОК и скорее хватайте, потому что, я думаю, их очень быстро разберут. Просто игрушка отдельно. Да. И отдельно рюкзак. Полный конфет. Вдохновение каждый год делает очень красивые наборы. Смотрите, как они оформлены. Да. Red. Набор 132 грамма за 399 рублей. Смотрите, как красиво в форме бриллиантиков выполнены шоколадки. 12 конфеток апельсин будет корица. Внутри. И он с жидким наполнителем. Да, жидкий наполнитель. Да. Красивые. Смотрите, да, по-новогоднему, со снежинками. Очень подарочно, празднично смотрится. Ого. О, это мышь прям. Карамель леденцовая мышка. 21 граммов за 32,99. Но она петушок. Сделана в форме мышки. И еще снаружи это, также падала, украшена. Угу. Там у нее рассыпано. Символ года. Тоже в подарочки детские, сладкие. Ну, как вариант. Мышь там, короче, из сахара. Да, мышки. Они есть разные. Вот есть красная, желтая, оранжевая. Ну, с разными вкусами, по всей видимости. Что-то мы не нашли цены на вот эту шикарную Ригель. Штучку. 8 конфеток с бананом. Ну, ребята, нету цены, вот сами видите. Пока шоколадные мы еще... бананы. Давайте посмотрим цену, прям интересно стало. Ах, на этот набор. Ого, он пищит. Извините, извините, пока, видите, еще нет цены. Давай еще раз попробуем. Уши прикрывай. Нет. Нет цены. В любом случае, очень красиво украшено. Тут и Дед Мороз, и Мишка, и Снеговичок. Все есть и гномики. Сладкая сказка. 99. Трость со вкусом клубники. 40 граммов. Со скидкой аж 40% за 99 рублей. Большая. Смотрите. Карамельная трость. Но она действительно огромная. Вот посмотрите, какая в руке даже видно, что она. Угу. Но почему-то Санта такой зарубежный. Ну, и трость, в принципе, имеет тоже историю за рубежа, да? Трость тоже. Как бы американский вариант празднования. Смотрите, какая красивая тросточка. Я обожаю эти трости, особенно когда они с каким-нибудь вкусом, это намного прикольнее. Вот мы брали клубничные, они были просто супер. А бывает просто краситель, тогда тросточка не очень вкусная. Поэтому если не брали, возьмите, попробуйте. Вот именно с клубничным вкусом они очень вкусные. Набор кондитерских изделий «Дружная семья». 500 граммов за 499 рублей. Скидочка 25% на него. А мне кажется, он нам попадался или нет? Нет, с зайчиками не было. Ну, был какой-то похожий в железной баночке. Но тут именно крольчатье семейство. Посмотрите, какие мадам и господин. Детки тут с маршмеллоу. Ну, в общем, красивая новогодняя сказка. Вот, на коньках катаются. Такой красивый наборчик. Набор кондитерских изделий «Мышиный теремок». 700 граммов за 569 рублей. Тоже 25% скидка. Смотрите, какой теремочек. Символ года. Мышка. Вот он, теремок-теремок. Двухэтажный домик. Вон окошки открыты. В окошках мышки. Смотрите, какая красота. Здорово смотрится. Он достаточно увесистый. Сверху вот так переливается снежок. Видите? Красиво. И от Линд есть новогодний наборчик. Да когда, интересно? Тоже до 24-го? Да, к сожалению, он европезированный. И до 25 числа. Но все равно наборчик классный. Вот видите, с окошками. Новогодний календарь со сладостями. Календарик «Домик медвежонка». 172 грамма конфеток за 949 рублей. Понятно, почему разобрали наборы по 300 рублей. Неудивительно, потому что, вот видите, это намного дороже. Внутри вот такие конфетки от Линд. Ну да, серьезно. Разные, разница. Даже мишки. Ну, в общем, вы поняли. Еще игра, можно вот мишку Линд нарисовать. Такой красивый. Оформлен, конечно, сказочно.
Набор от Chupa Chups Frutella за 294 рубля. Елка. 39% скидка, они по 219. Вот такие наборчики. Вырежи оленя. Здесь две фрутеллы и по два вида разных чупа-чупсов. Я так думаю, еще, наверное, что-то есть. Ну, да. Вот, носик. Нос, конфета. Подарок для тебя. Так тут наклейки, не вклеить на елку. В общем, это еще и игрушка. Какая фрутеллы. Да. Печенье сдобное с Новым годом, со сливочным маслом. Ой, 400 граммов за 499 рублей. Только железное. Там имбирное, а здесь просто песочное. Да, да? Похоже, в Икее мы видели подобное. Ого, угу. Тут напихано полное. В Икее, да, такая коробка тоже красная, металлическая, с печеньем. Вот, на память еще коробочка металлическая останется, вот с Дедушкой Морозом. Очень атмосферно выглядит, красиво сделана, оформлена коробочка. Вот такая мышка. Мешком. 150 граммов, 25% скидка за 549 рублей. Снежик. Символ года с мешочком. Снежик. Ой, у него жакет полосатый, смотрите. И вот такой вот еще носик. Ушки шевелятся. Классный. Качественно так сделана игрушка. Прям обратите внимание. И сзади вот так вот под хвостиком открывается мышка. И там конфетки. Сладкий подарок. Ну, это... И другая вариация этой же мышки. Вот такой мышонок с сыром. Серенький с голубым. Держит сырок, сзади замочек. В граммах получается и цене то же самое. С глазками. Такой приятный материал. Прям не хочется его выпускать из рук. Очень приятный на ощупь. Типа, да? Да, нежный. Классный. Soft touch. Да. Вот такие наборы мы уже встречали. По 649 рублей с 22% скидка, вот такой Дедушка Мороз и олень. И вот такие еще наборы. Ребята домовята, 44% скидка, всего за 99 рублей. 350 грамм конфет. Вообще, это тайна. Это тайна, это наш с вами секрет. Бегите в Окей и скорее хватайте, потому что, я думаю, их очень быстро разберут. Ребята домовята, смотрите, как украшена коробочка. Девочка с Дедушкой Морозом катается на коньках. Елочка, лисенок тут с подарками. Вот такая еще картинка. Дедушка Мороз с детишками. И Дедушка Мороз ставит звездочку на елку. И это не Окей. Это не Окей. Дешевле, чем Окей, да? Это не Окей. Вот, чья эта фирма, интересно? Конти. Конти? Это Конти. Красота. Так что эти наборчики, я думаю, в детский сад, в школу, ну куда угодно на подарок. Просто супер цена. Я думаю, что их просто разметут в лед. Да, они тут спрятаны так еще. Да, их просто незаметно, их цену. Их очень быстро разберут, так что рюкзаки, берите. Рюкзаки, смотри. Ого. Вот это рюкзак прям. Это я понимаю. Это прям рюкзак. Помимо того, что это рюкзак, смотри, он вытаскивается. Смотри, да. Это прям этот. Опа! Вот это прикол. Угу. Просто игрушка отдельно. Да. И отдельно рюкзак. Полный конфет. Ну, это вообще на самом деле очень удобно, что из рюкзачка можно будет, в принципе, и достать мышку, играться отдельно. Ну, и носить с собой тоже будет удобно. Полнёхонек конфет. Давайте узнаем цену на рюкзачок. За килограмм целый конфеток 1299 рублей. 32% скидка. Вместо 1929, вот 1300. Тоже сразу скидочка уже на рюкзачок с мышонком. И мышонок тоже качественно сделан, приятный на ощупь. Набор конфет вдохновения. Коллекция вкусов 125 граммов. Смотрите, какая красота. Вдохновение каждый год делает очень красивые наборы. Смотрите, как они оформлены. Да, в прошлом году тоже были книжечки, но, по-моему, с какими-то другими рисуночками. Напишите в комментариях, кто брал или кто помнит. Как выглядели в прошлом году книжечки вдохновения. Вот такие конфетки внутри. Начинки с насыщенным трюфельным кремом, покрытые шоколадом. Также есть вкус десерта сливочно-малиновый панакота и нежное пралине с миндалем, покрытое изысканным шоколадом. Вот они, три варианта конфеток в наборе. И все это на вот таком бантике. И книжечка открывается, внутри будут конфетки. Новогодний подарочек Аленка, вот этот за 359-400 грамм мы уже видели, смотрите, с веселыми картинками.
И также есть такие наборы чуточку поменьше, 185 граммов со скидкой в 37% за 119 рублей. Смотрите, какие красивые звездочки. Очень симпатично оформлено. И звездочка, она с ручкой, видите, на веревочке.